мы привозим их через центральный вход сюда к табличкам. Кто буртасы, тот буртасом. Кто в плавании, тот в плавании. Мы собираемся здесь еще раз всех отмечаем по спискам. Иванов, Петров, Сидоров. Последние организационные уточнения на всякий случай. Сборные Донецкой Народной Республики по плаванию и спортивной гимнастике приготовилась встречать целая сборная представителей региональной власти и оперативного штаба. Заранее было известно, что в Пензу эвакуируют 56 человек. Это сами юные атлеты в возрасте от 7 до 17 лет и тренеры. Жизнь заставила их покинуть родину, чтобы не порывать с любимым делом. Последние две недели мы вообще не выходили даже из дома. Поэтому... Уже забыли даже, наверное, что такое чувство воды. Хотели потренироваться, конечно, потому что у нас сейчас нет возможности. А здесь знаем, что очень хорошие базы, поэтому мы очень рады были сюда приехать. Для удобства и чтобы никого не потерять, встречающие вышли на перрон со специальными табличками. Среди тех, кого они ищут в общем потоке пассажиров. 44 ребенка, занимающихся плаванием, и 7 гимнасток. По распоряжению губернатора для проживания и непосредственно тренировок их разместят на базе двух объектов – дворцов спорта «Буртасы» и «Олимпийский». Все будет обеспечено так же, как и все 380 детей, которые на сегодняшний день у нас находятся. Они будут обеспечены, естественно, необходимым питанием. Они будут учиться в школах близлежащих. Все из них получат школьные принадлежности и будут заняты культурно-массовой кружковой работой. Прибывшие дети – активные участники спортивных соревнований, в том числе и всероссийских. Некоторые, кстати, уже бывали и в Пензе. Так что теперь во всех смыслах она не чужой им город.